Здравствуйте, с вами магазин установочный центр FrontCam. На Nissan X-Trail в кузове Т30 установили головное устройство на базе Android. Планшет с диагональю экрана 10 дюймов. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Вот эта вся часть остается оригинальной и меняется только вот эта рамка, которая вставляется в оригинальную. По цвету они идентичны, все подходит, все встает без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем. Также подключаются кнопки на руле. Ну, в данном автомобиле они не работают, не могу продемонстрировать, но кнопки эти подключаются. Бардачок выводится. Два USB-порта, куда вы сможете подключить флешки с музыкой, с видео, и также USB-модем для раздачи интернета. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его с своего мобильного устройства. Также адаптировали с подсветки автомобиля. При включении габаритов автоматически уменьшается яркость, включается подсветка сенсорных клавиш. Здесь вы получаете все преимущества Android-системы, можно скачивать любое приложение из Play Market, самое популярное здесь уже предустановлено, например, YouTube, Яндекс.Навигатор, также Google Chrome. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Есть поддержка функции разделения экрана. Можно одновременно запускать два приложения. Видео будет работать в движении без каких-либо ограничений. И также голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе будет работать. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. На данном автомобиле есть различные варианты магнитол. В данном случае владелец выбрал 10-дюймовый экран, но можно выбрать и другие диагонали. Также у нас большой выбор различных других дооснащений для автомобиля. Более подробно можете узнать у нас на сайте, либо позвонив менеджерам. Они вас полностью проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого платить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!